главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Оправдать нельзя, обжаловать. Прокуратура готовится опротестовать решение, согласно которому бывшего ректора Мельника признали невиновным. Ни копейки на ремонт. В Черкасской области селяне полгода ждут компенсации за разрушенное ураганом жилье. Дождутся ли? Максимальное наказание после взрыва в Нью-Йорке. Трамп хочет ввести смертную казнь за терроризм. Пойдет ли Конгресс на такой шаг? Прокуратура подаст апелляцию на оправдательное решение Бородянского райсуда Киевской области. На днях там признали Петра Мельника, бывшего ректора Национальной налоговой академии, невиновным в незаконном отчуждении земель учебного заведения. Речь идет о 12 тысяч квадратов под Киевом, в Каменец-Подольском и даже в Крыму, в Симферополе. Выходит, это еще не конец судебной эпопеи ректора Мельника. Самое первое и громкое дело против Петра Мельника – обвинение во взяточничестве. Дескать, требовал 120 тысяч гривен за поступление в Верпенскую налоговую академию. Следователи задержали его на рабочем месте. Сюда с камерой подойдите. С камерой подойдите сюда. Под столом. Под столом. После задержания здоровье Петра Мельника пошатнулось, прихватило сердце. На суд его возили на скорой, и ректор не постеснялся снять штаны в зале суда, чтобы показать следы операции. По состоянию здоровья суд отпустил его под домашний арест, а уже через неделю больной, сняв электронный браслет, сбежал. Он пересек океан и был задержан в США. А в апреле 14-го вернулся в Украину, где был повторно арестован. Провел месяц в Лукьяновском СИЗО и вышел под залог. А потом засветился в секс-скандале. Все равно, наверное. В 2015 году, через два года побегов, болезни и арестов, Ирпенский суд оправдал экс-ректора. Якобы обвинение не предоставило убедительных доказательств. Но после на ректора завели другое дело – о незаконном отчуждении имущества веренного Мельнику учебного заведения. И вот несколько дней назад, теперь уже суд другого городка в Киевской области признает Мельника невиновным. Ректор податковой академии надавал вказівки своїм підлеглим, щоб в подальшому здійснити відчуження об'єктів нерухомості на своє оточення, а саме на підприємство, яке було засновано дружиною і в подальшому перейшло у володіння сина. В августе ГПУ удалось вернуть государству реабилитационно-оздоровительный комплекс «Сосновый бор» в городке Ворзель под Киевом. Прокуратура хочет возвратить и другие объекты. Це є розтрата, це є стаття, яку йому інкримінується. Тут все чітко. Об апелляции на решение Бородянского суда сегодня сказал и генпрокурор. В апелляции мы наведем достатні докази и щодо Мельника, бо ще раз хочу сказати, до Вищого господарського суда ми провели рішення, попри дуже серйозний політичний тиск на суд, про те, що майно університету незаконно відчужене і зараз воно повернуто університету. Будемо робити все, щоб апеляційний суд, а можливо і вищий суд, а можливо і Верховний суд, уже новий, побачив ці докази і відновив справедливість та законність. Свою позицию бывший ректор опубликовал на странице в Фейсбуке. Оправдательный приговор для него не стал неожиданностью. Но он считает нецелесообразным давать какие-то комментарии, так как прокуратура явно будет подавать апелляцию. В этом же сообщении Мельник заявил, пока не рассматривает вопрос о собственном восстановлении в должности ректора Ирпенской налоговой академии. Апелляцию прокуратура обещает подать на днях. Павлина Василенко, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер. ГПУ оспорит решение Печерского суда, который вчера отпустил на свободу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Апелляцию анонсировал генпрокурор Юрий Луценко. Саакашвили уже вызвали на допрос на 18 декабря. Повестку опубликовали на сайте ведомства. Никаких истерик, никаких криков не будет. Я не знаю, правда, как сам Саакашвили будет теперь пояснювати наявність тоталитарного режиму і повну підпорядкованість банкові, як він стверджує, усього державного та судового апарату. Якось вона не стикується з його заявами про диктатуру. Але тим не менше, ми живемо в демократії, наявність якої так різко відкидає пан Саакашвілі.
А уже в конце декабря, 28 числа, поговорить на Резницкую зовут бывшего руководителя Минэкологии Эдуарда Ставицкого. Список дел обширный, от подделки документов до растраты госимущества в особо крупных размерах. В нашей справке коротко о том, каким Ставицкий был министром. Золотой министр Януковича Эдуард Ставицкий, бывший руководитель Министерства экологии, а затем и министр энергетики. Именно он, по мнению Генпрокуратуры, фактически украл у государства комплекс Межигорье для Виктора Януковича. Будучи главой Надр Украины, Ставицкий якобы лично добился приватизации комплекса и вывел его из госсобственности. Его также подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Эдуарда Ставицкого называли и совладельцем сети за заправок БРСМ. Близкий друг семьи Януковича свою политическую карьеру строил из золотых слитков. В марте 2014-го во время обысков дома у экс-министра нашли 42 килограмма золота, 5 миллионов долларов наличными и коллекцию дорогих часов. Эти кадры тогда облетели весь мир, однако за 3 года дело так и не продвинулось. Сбежавшему в Москву Ставицкому удалось успешно вывести из Украины большую часть своих активов прямо под носом у наших правоохранителей. Этот огромный дом на Печерске стоимостью миллионы долларов, шикарные квартиры, офисное здание в самом центре Киева на Шатара-Ставели. Всю недвижимость он успешно перевел на кипрские компании, а сам перебрался в Израиль, получив там паспорт на имя Натана Розенберга. До недавнего времени он жил в частной вилле на севере Тель-Авива. Где сейчас находится Ставицкий, неизвестно. В ГПУ лишь отметили, вскоре ожидают начать в отношении его заочный судебный процесс. А в деле бывшего патрона Ставицкого, беглого президента Януковича, новый поворот. Защита требует сменить судью. На слушание по делу о преступлениях во времена Майдана адвокат подал соответствующее ходатайство. Свои действия объяснил тем, что суд не уведомил его подзащитного о дате слушания. К тому же попросил 1,5 года на ознакомление с материалами дела. К слову, защитник у подозреваемого новый, из центра бесплатной правовой помощи. Адвокаты, которые раньше вели дело, это дело сегодня не пришли. Был ряд нарушений, допущенных следственным судьей при рассмотрении данного ходатайства. Суд почему-то отказал в удовлетворении ходатайства судебной трансляции на сайте судебной власти України. Він знову ж таки заявляє клопотання про участь Януковича. Хоча ми знаємо, що відповідно до цих норм законодавства участь Януковича не є обов'язковою і взагалі не передбачена. Це дало підстави цьому захиснику заявити відвід слідчому судді в зв'язку з тим, що він вважає, що вона порушує його права як захисника. Ми вважаємо, що, знову ж таки, це штучне затягування процесу. Ускорить, либо напротив, замедлить процесс рассмотрения дела об экс-беркутовцах, которых обвиняют в расстрелах на Майдане, могут новые свидетели. Защита обвиняемых подала ходатайство о видеодопросе 2 граждан Грузии, которые якобы принимали участие в тех кровавых событиях. Стреляли и по протестующим, и по правоохранителям. О них стало известно из документального фильма итальянских репортеров. Впрочем, обвинения скептически относятся к работе иностранных документалистов. Вони є феноменально важливі, на наш погляд, тому що вони якраз дають розуміння про іншу сторону Майдану. Вони дають такі свідчення, чесно кажучи, що навіть мороз по кожі йде, тому що вони володіють інформацією, хто до них звертався, хто приходив, привозив зброю. Це, до речі, багато людей на сьогоднішній день відомих, в тому числі, які займають державні посади. Безперечно, це клопотання, на нашу думку, воно буде нами підтримане у його дослідженні, але необхідно у допиті цих громадян Грузії. Ми досконально нами вивчене це відео, яке цього італійського режисера. Перші наші заяви департаменту спецрозслідувань, безперечно, це були те, що в них має певні ознаки фейковості. Там є, ми це будемо звертати увагу, якщо це ми будемо його переглядати, є відверта неправда. Незаконное обогащение и коррупционные действия замначальника следственного управления нацполиции Дмитрия Бута должно расследовать НАБУ. Об этом заявил народный депутат Сергей Каплин. Дело нечистого. На руку полицейского передают фискалам и генпрокуратуре. Но эти органы не смогут в суде доказать вину коррупционера, уверен парламентарий. По его мнению, преступления, в которых обвиняют Бута, подследственно исключительно бюро. Мы
неодноразово зверталися до правоохоронців, аби пролили світло на його надзвичайну корупційну діяльність. Він побив рекорди всіх Захарченків, всіх колишніх найбагатших міліціонерів. Звертаємося до генерального прокурора, до керівника НАБУ. Заберіть справу Бута і поставте всі крапки над «і» у злочинній, бандитській, мафіозній, корупційній діяльності цього високопосадовця. Кто щедро снабжает купюрами партию Вадима Рабиновича? Накануне СМИ облетела новость. В льготную финансовую жизнь политсилов за життя обеспечивает некий Ростислав Дубовой, человек с уголовным прошлым. Да и настоящее его связано с криминальными авторитетами. Подробнее о главном спонсоре партии далее в материале. Вымогательство, изнасилование и незаконное хранение оружия. Весь этот букет преступлений в прошлом. Дела тихо закрыты. Но об этом чуть позже. А теперь же Ростислав Дубовой – целый руководитель Луганской региональной организации «За життя». И, судя по финотчету партии нардепа Вадима Рабиновича, еще и генеральный спонсор всей политсилы. Согласно документу, поданному в НПК, основных доноров 4. Но не считая офиса на окраине столицы, грузовика «Урал» и пары тысяч гривен за услуги нотариуса, все остальное оплатил никто иной, как Ростислав Дубовой. В третьем квартале этого года практически все партийные затраты, 500 000, взял на себя он. Откуда такие деньги у 29-летнего бизнесмена? Мы позвонили Дубовому. Он ответил, что пока эту информацию не читал. Попросил дать ему время, но потом, как у них говорят, отморозился. По данным СМИ, Дубовой является владельцем и совладельцем нескольких предприятий в Киеве, но сам проживает в рубежном Луганской области. В период с 2009 по 2013 год Дубового трижды судили, однако после событий на Майдане все дела закрыли. Журналисты утверждают, что это не совпадение, а помощь покровителя Искандера Керимова, криминального авторитета по кличке Татарин. С его сыном уже в 2014 Дубовой зарегистрировал свои предприятия. Кстати, лидер партии, где пробует свои силы новоявленный политик, Вадим Рабинович тоже не безгрешен. Когда-то он обобрал известную летчицу-героя войны Валентину Гризодубову, пообещав реконструировать дом-музей ее семьи в Харькове. И получил доступ на склад дефицитных стройматериалов – линолеума. За что впоследствии был осужден на 14 лет за кражу у государства в особо крупных размерах. Это только одна история отсидки. Есть и другая, и третья, пятилетняя, в психиатрической лечебнице. Потом было многое. Была история с футбольным клубом «Арсенал». Рабинович его разорил и по сей день должен крупные суммы денег тренерскому составу и футболистам. А попутно овладел зданием в центре Киева, которое должно было стать штаб-квартирой «Арсенала». Но на этот раз дело до судов не дошло. Покровители, так сказать, подсуетились. Так что, учитывая опыт наставника и прошлое Дубового, ему в партии «За життя» должно быть комфортно. И за этот комфорт, судя по финотчету, платить приходится немало. Вопрос в ином. Каково реальное происхождение этих денег и от кого они реально приходят? Ответы будут. Для британских парламентариев подобные пятна на репутации – дело неслыханное. Там и меньшие провинности не прощают, даже титулованным особам. Баронессу Маргарет Ходж уличили в левых заработках. Причем на второй работе она использовала депутатские привилегии. Чем поплатилась, знает Светлана Чернецкая, наш субкор в Лондоне. Серьезный удар по репутации баронессе Маргарет Ходж. Пришлось извиняться за нарушение кодекса поведения перед коллегами из палаты общин. Ходж – депутат с 23-летним стажем. Она уважаемый политик и видная фигура в партии лейбористов. И кому как не ей знать, что депутатам запрещено по уставу. Вопросы к баронессе возникли несколько месяцев назад. Лондонская мэрия попросила Маргарет Ходж оценить рентабельность проекта под названием «Мост Сад». За проделанную работу депутат получила почти 10 тысяч фунтов. Это 360 тысяч гривен. Коллег Ходж возмутила, что, зарабатывая на стороне, она пользовалась всеми привилегиями депутата. Не только тратила время не по назначению, но и пользовалась кабинетами парламента для проведения встреч по проекту моста. Электронные письма отправляла с рабочего компьютера, а документы печатала на бумаге, купленной за деньги налогоплательщиков, и подписывала их ручками, приобретенными за деньги из бюджета. Курьезность ситуации в том, что Маргарет Ходж – ярый борец за финансовую справедливость. Она 5 лет проработала в комитете по публичным счетам парламента и жестче других критиковала за любые денежные махинации.
Вы должны быть чище самого чистого и никогда даже и близко не подходить к грязному миру отмывания денег, уклонения от уплаты налогов или же зарабатывания денег сомнительными путями. Парламентская комиссия по стандартам провела целое расследование деятельности депутата Ходж и доказала, что та нарушила кодекс поведения. Кроме извинений, баронессе пришлось вернуть деньги, использованные не по назначению. Она решила не подсчитывать стоимость аренды парламентских кабинетов, а ограничиться суммой, потраченной на канцелярские товары. Это всего-навсего 3 фунта. Но, конечно же, суть этого разбирательства не в деньгах, а в принципиальности. В парламенте еще раз напомнили, что пристально следят за депутатами и их расходами. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Один из крупнейших контрабандистов в Украине, Вадим Альперин, вышел под залог почти в 21 миллион гривен. Об этом сообщает агентство ОНН. По данным журналистов, залог Альперин внес за себя сам. Напомню, бизнесмена взяли под стражу в конце прошлого месяца в Набу. Его обвиняют в организации нелегальных поставок товаров из Китая, а также попытки дать детективу агентства взятку в размере 800 тысяч долларов. Фактически это сумма залога. А завтра суд рассмотрит его апелляцию на избранную меру пресечения. А вот Атилу Горвата подозревают в организации частной границы с Венгрией, готовы выпустить под залог. Почему-то гораздо больше – 30 миллионов гривен. Сегодня его взяли под стражу на 2 месяца. Какие обвинения предъявлены Горвату на этот раз, расскажет Марина Коваль. Сегодня, почти через месяц, военная прокуратура отчиталась о спецоперации, которую провели в Закарпатье 16 ноября. Тогда в область на спецтехнике, бронемашинах и даже на вертолетах прибыли военные, пограничники, сотрудники СБУ, почти 300 человек. Провели более 100 обысков у местных жителей, которых подозревали в причастности к организации частной границы с Венгрией протяженностью 5 километров. Что нашли, стало известно сегодня. Было вылучено понад 100 тысяч долларов США у фигурантов. Близько 10 тисяч євро, близько 217 тисяч гривень, 161 тисячу угорських форентів, наркотичні засоби, канабіс, зброю, боєприпаси до неї, гранати, документи щодо відчуження земельних ділянок. У четверых фигурантов дела, кроме украинских паспортов, обнаружили еще и венгерские. По данным правоохранителей, в 2015 году в Береговском районе была разработана незаконная схема приватизации земли на границе с Венгрией. Сначала земли выделяли подставным лицам, якобы для выращивания кукурузы и пшеницы. Но скоро 28 участков оказались в руках одной семьи из села Великая Быгань, Атилы Горвата и его жены. На этих территориях организовали настоящую частную границу и использовали ее для контрабанды сигарет и наркотиков. На земельних ділянках розміщені були вишки. Зараз ці вишки позрізали. З цих вишок можна було контролювати, вони були вище вишок прикордонників. І відповідно, з використанням техніки, тепловізорів, можна було вночі контролювати рух прикордонних нарядів. На жаль, такого обладнання, як в цих осіб, прикордонників, на жаль. Это один тепловизор, вартість его близко 30 тысяч евро. Во время спецоперации задержали Атилу Горвата и экс-начальницу Береговского отдела Госгеокадастра. Правда, судьи их сразу же отпустили под домашний арест. И вот почти через месяц военная прокуратура предъявила новые подозрения Атиле Горвату. Теперь его называют главным организатором частной границы. Мол, именно он собрал группу людей и влиял на чиновников. Задержали и выдвинули подозрения и его подельнику. На этот раз Львовский суд отправил Атилу Горвата под арест на 2 месяца, но с возможностью внесения залога 30 миллионов гривен. Пока эту сумму не внесли. По информации военных прокуроров, уже удалось отсудить и вернуть в госсобственность больше половины земельных участков Атилы Горвата. Остальные пока остаются в частной собственности. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности, телеканал «Интер». Под вражеским огнем на передовой. Так встречают украинские бойцы профессиональный праздник – День сухопутных войск. Только в первой половине дня на Донбассе больше десятка обстрелов. Несмотря на это, поздравить армейцев на передовую приехал командующий АТО, наш военкор. Ирина Багла расскажет подробности.
Одними из первых они встретили врага на южной границе Украины. Потом вытеснили боевиков из захваченного Славянска. Дальше масштабный рейд в тыл противника. Бои за Донецкий аэропорт. Это легендарная 95-я. Самостоятельность, инициативность, профессионализм. В 14-м под командованием Михаила Забродского 95-я шла как каток, отбрасывая врага границы. Для теперь уже командующего десантно-штурмовыми войсками она родная, но в крылатой пехоте не принято выделять лучших. Воюют как единое братство. Хотя 95-ка остается экспериментальной базой для модернизации всего войска. На ней в першу чергу опробуються нові способи ведення бойових дій. Вона дуже часто перша. І напрацювання військово-роботи 95-ї бригади є основою для подальшого вдосконалення всіх десантно-штурмових військ. Вона навіть, мабуть, не те, що змінилась, вона стала зовсім другою, зовсім новою. Мотивація для служби в десантних військах – один із головних критеріїв відбору в бригаду. Головне – це очі. Чоловік, коли очі горять, і він хоче працювати, хоче служити. На вооружении бригады БТР, спартаны, реактивные танки. Универсальные солдаты сегодня готовы вести бой на всех направлениях. А вот в 14-м, после 23 лет развала украинской армии, соответствовать образу элитных войск им помогла военная подготовка. Десантники 95-й принимали участие в более чем 20 миротворческих миссиях. Мы выполняем свою работу. Мы, как говорят, знаем бой. С 2014 года небо в зоне боевых действий для десантников закрыто. Но и на земле они не отступают от своего девиза «только вперед». Олег вспоминает 15-й, Дебальцево, когда выводили пехоту под огнем, оставаясь на передовой. Завязался очень сильный бой. Выехало 4 танка и 1 МТЛБ. Да, и просто там расстреливали нашу колонну. Мы подбили один танк, потом они свернулись и утекли. 95-я снова на рубеже, и противник опять подтягивает свои спецрезервы. На окраине Верхнеторецкого после полного взятия села под контроль ВСУ десантники в окопах боевиков нашли очередные доказательства того, что отбивали атаки спецподразделений российских войск. Это был спецназ России. Серия, партия, номер завода, завод России, номенклатура российская. А вот 12-1 2000 года. Сухпайок РФ. Пожалуйста. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Евгений Малярчук из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Один человек погиб, 18 ранены в результате взрыва на газопроводе в Австрии. Это произошло утром на одной из крупнейших газораспределительных станций, которая перекачивает сырье из России. По предварительным данным, причина взрыва – технический сбой. Станция продолжает свою работу, она обеспечивает топливом Австрию, но вот поставки в другие страны приостановлены. В Киеве уже заявили, что из-за аварии транзит российского газа в Европу через Украину может упасть на треть. В данный момент ограничены поставки газа на южном направлении в сторону Италии. Безусловно, газотрейдеры и газопоставщики в соседних странах проинформированы об этом. Сейчас мы не можем сказать, когда ситуация стабилизируется. Смертной казни за терроризм требует Дональд Трамп. Усилить наказание вплоть до высшей меры президент США предлагает после произошедшего накануне ЧП в Нью-Йорке, которое власти расценивают как теракт. Что узнали следователи, выяснял Дмитрий Анопченко. Он дал первые показания. Преступник, вышедший на улицы Манхэттена с самодельной взрывчаткой на теле. Заявил, решил взорвать бомбу в качестве мести за американские авиаудары по объектам боевиков в Сирии. А место теракта выбрал, увидев там рождественские плакаты. По данным NBC, поезд смертника Акаетулла делал по инструкциям из интернета, взяв елочную гирлянду, трубу, 9-вольтную батарею и спички. К счастью, навыков и знаний не хватило. Эта импровизированная бомба вышла маломощной. Сам террорист получил лишь ожоги и порезы, прохожие рядом с ним легкие травмы. Масштаб трагедии. Если бы он нашел в сети инструкции по изготовлению более мощного взрывного устройства, специалисты даже представлять не хотят. Судите сами. Центр города, час пик, подземный переход. Жертв могло быть десятки, если не сотни. Вопрос теперь в том, что предпримут власти, как отреагируют. Мэр Нью-Йорка всячески демонстрирует, что опасности больше нет. Вот специально на метро проехался. И фото выложили, мол, в городе опять спокойно. Что и понятно, ему важно туристов не отпугнуть. А вот президент Трамп, наоборот, настроен завинчивать гайки. Потребовал от Конгресса защитить Америку, проголосовав за новые ограничения, отменить так называемую иммиграцию по цепочке. Ведь нью-йоркский террорист вовсе не нелегал. Он в Соединенных Штатах был вполне законно. Переехал 7 лет назад из Бангладеш по программе для тех, чьи близкие родственники имеют американское гражданство. Этот вот проект семейной миграции по цепочке, Дональд Трамп и пытается сейчас остановить.
Но пока что он не предлагает ничего более действенного, чем новое миграционное сито. Как предотвратить новые аналогичные теракты? Ни у политиков, ни у силовиков ответа нет. Ведь подозревать нью-йоркского бомбиста было не в чем. По словам соседей, все они считали его очень тихим религиозным человеком. До момента, пока он не появился на Манхэттене, надев пояс шахида. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Это подробности и далее в нашей программе. Прочитали на свой лад. Киев и Будапешт по-разному трактуют выводы Венецианской комиссии. Так чей перевод лучше? Недетская агрессия в Днепропетровской области. Подростки снимали на видео избиение сверстника. Кто ответит за жестокость? Трагедия в Крапивницком. Тело пропавшей девочки нашли сегодня днем на берегу водохранилища недалеко от города. Рядом лежал школьный рюкзак. Напомню, 12-летняя Катя Добродей пропала в пятницу, ушла в школу и не вернулась. Искали девочку не только полицейские. Обыкновенные жители через соцсети объединялись в отряды и тоже прочесывали посадки и заброшенные здания. Сегодня, на пятый день, волонтеры и правоохранители опять вышли в рейды. Тело обнаружили в камышах полицейские, хотя ранее его там не было. Предполагают, что его туда подбросили. Собрались люди небезразличные, потому что у всех есть дети. Обчесали Николаевку, Лелековку. Ну, ездили на Балашовку. У всех есть дети, все переживают. То есть это, ну, мы должны были, обязаны помочь этой семье. Під час огляду на ній виявлені тілесні ушкодження. Нині працівники поліції активно розслідують кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Лежачего бьют. В небольшом городке Зеленодольск Днепропетровской области школьники жестоко поиздевались над сверстником. Они не только избили подростка, но и выложили видео в интернет. За что пострадал восьмиклассник и кто за это ответит, разбирались наши корреспонденты. Это видео сейчас пытается удалить со всех интернет-ресурсов, хотя еще несколько дней назад сцена избиения школьника собирала сотни лайков. Восьмиклассник Андрей Новиков говорит, на разборке его заставили прийти сверстники из соседней школы, но честного поединка не вышло. После того инцидента голова болела и ребра. День проходит, у меня уже ребра болят очень сильно и голова кружилась и болела, тошнила. Видео избиения в интернете увидели и учителя Андрея. Они рассказали родителям, ведь те о происшедшем ничего не знали. Ребенок упал, валяется, они его добивают дальше. Еще комментарии со стороны там его зрителей вот этих вот, что да давай добивай, давай, давай, молодец малой, бей его дальше. За что избили их сына, родители так и не могут понять. Все участники инцидента внезапно заболели и в школу не ходят. Не отвечают на звонки и их родители. В школе, где учится главный обидчик Андрея, нам тоже не обрадовались. Господи, вы не понимаете, какой это позор вообще. Мне стыдно, мне противно, я ничего этого не хочу. При этом добавляют, за учеником, который на видео пинает Андрея, жестокости не замечали. Мало того, говорят, принимал активное участие в акции «Стоп насилию», которую недавно проводили в школе. Он участвовал во всех тренинговых упражнениях, где мы разбирали все виды насилия. И можно было заметить его адекватное понимание того, что это существует, что это плохо. Родители пострадавшего ребенка уже написали заявление об избиении в прокуратуру. Несмотря на то, что избивавшему подростку 12 лет, он может понести наказание. Оскільки підліток, який наносив удари іншому, ще не досяг віку кримінальної відповідальності, тобто йому 12 років, то за клопотанням слідчого до нього можуть бути застосовані заходи примусового характеру. Направлення його до спеціального навчально-виховної установи для дітей та підлітків. Наказати можуть і родителі подростка – гривні. Но поки, говорить мама збитого мальчика, ті лише усміхаються. Сергій Бордюжа, Єлена Міндалюк, Ігор Воробій, Євгеній Кодінцов. Подробності телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.
На взятки попался мэр Старого Самбора Львовской области. Деньги Игорь Трухим не брал, а давал. $2000 предлагал правоохранителям за то, чтобы закрыть уголовное производство, фигурантом которого он являлся. Речь идет о растрате госсредств. По данным оперативников, градоначальник закупил мусороуборочную технику по завышенной цене. Из-за этого бюджет города потерял около 300 тысяч гривен. Игорь Трухим задержан, ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Обещанного полгода ждут. Жители села Лозовок под Черкасами до сих пор не получили компенсацию за разрушенное жилье. Еще в начале июля по области пронесся ураган, который повредил десятки домов. Людям обещали помочь деньгами, но они и жилье уже восстановили за свой счет, а выплат все нет. Почему? Выяснял Станислав Кухарчук. Это видео сняли жители села Лозевок. Ураган натворил беды в 6 районах области. Ущерб составил более 200 миллионов гривен. В Лозевке об урагане сейчас мало что напоминает. Детский сад и дом милосердия восстановили почти сразу. Жилье местных жителей ремонтировали постепенно. Пенсионерка Алла Гаращенко говорит, ураган кружил считанные минуты, а на восстановление ушли месяцы. Вот эта крыша из дома милосердия. Вся у мене була у дворі і на криші, і побила і кришу, і вікна, і ще й машину побила. В домі Алли Анатоліївни тільки недавно поставили окна. Во дворі до сих пор сорвана вітром кровля. Матеріали почти на 20 тисяч гривен. Сім'я пенсіонерки покупала за свій счет. Залезли в долги. Сейчас женщина віддає їх со своєї скромної пенсії. Говорить, чиновники обіцяли все компенсировать. Даже спецкомісія приїжджала подсчитать убытки. Сказали, квитанції зберігайте все-таки, а потім ж ото та комісія приділила, що ну, нашій двір оцінено на 13 тисяч. Но компенсации пока не видел ни один из жителей четырех сел, которые относятся к Будыщанскому сельсовету. Хотя большинство ремонтных работ люди проводили самостоятельно. Даже в Лозевке, селе, которое наиболее пострадало от урагана, пришлось восстанавливать 54 дома. Для перекрытия крыш местная птицефабрика выделила более 3000 листов поддержанного шифера. Прислали рабочих, помогли с ремонтом детсада. Районная власть взяла на себя школу и дом милосердия. З держави жодна копійка і трудова сила не була надана населенню. Коли я запитував керівництво району, мені заступників району, вони мені сказали, що надійдуть кошти з держави, компенсація буде виплачена. Річ о 9 мільйонах гривен із резервного фонду, який розпорядився виділити Кабмін для ліквідації последствий стихії. Із них Черкаський район получить чуть більше мільйона. Да і то тільки на ремонт об'єктів соціальної сфери. А інформацію об убитках в частних домовладеннях чиновники, як оказалось, собирали для отчетності. Ми збирали, то документували. Це там не написано, що для відшкодування. Дефектний акт пошкодження домовладіння. Ми збирали, обліковували цю інформацію, передавали все на обласну адміністрацію. В районі пропонують поискати средства на компенсацію в бюджеті сільсовета. Председатель не проти, але у нього і без того кожна копійка на счету. Годовий бюджет чотирьох сіл Будыщанського сільсовета не дотягує і до 4 мільйонів гривен. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал «Интер», Черкасская область. Трудности перевода Украины и Венгрии каждая со своей стороны настаивает. Выводы Венецианской комиссии относительно закона об образовании в их пользу. Напомню, Киев обратился за экспертизой после претензии Будапешта, который стал блокировать европейские инициативы Украины. Какие аргументы у сторон и что об этом думают в Брюсселе, расскажет Елена Абрамович. Соревнованиями интерпретации назвала венгерская сторона украинскую реакцию на выводы Венецианской комиссии еще до того, как их опубликовали. А после обнародования решения Будапешт еще раз повторил, образовательный закон дискриминационный, и Венгрия и в дальнейшем будет настаивать на его изменении. Согласно 7-й статье закона, получать образование нацменьшинством будет разрешено на родном языке только в первых 4 классах. Начиная с 5 класса и выше, все предметы, за исключением родного языка, должны преподаваться на украинском. Это противоречит Конституции Украины и ее обязательствам в соответствии с международными конвенциями.
На самом деле эта норма не касается венгерского меньшинства, а только выходцев из стран, не входящих в ЕС. То есть затрагивает русскоязычное население, что не понравилось Венецианской комиссии. В выводах действительно критикуется 7-я статья. Украина пообещала внести рекомендованные изменения. В то же время желание Киева улучшить уровень преподавания государственного языка приветствуется. Еврокомиссия отмечает, здесь важно сохранить баланс. Действительно, Венецианская комиссия признает, что продвижение государственного языка должно быть качественным, когда речь идет о правах нацменьшинств и необходимости интеграции. Это оправданная цель. В то же время в документе говорится, что это не может нарушать уже существующие права меньшинств. Это важно, чтобы баланс сохранился. Украине следует полностью выполнить все рекомендации Венецианской комиссии, считают в Брюсселе. Продлить переходный период вступления закона в силу, а также провести консультации с нацменьшинствами. Что касается улучшения качества преподавания украинского, Еврокомиссии готовы с этим помочь. В этом процессе Брюссель, как столица Союза, где 24 официальных языка, имеет большой опыт. Елена Абрамович, Вадим Свиридонов, подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Недоволен Брюссель не только образовательными инновациями Киева. Глава представительства ЕС в Украине Хюгмин Гарелли сегодня выступил с довольно резким заявлением. Верховная Рада блокирует многие законопроекты, которые необходимы для выполнения соглашения об ассоциации. Поэтому правительство и парламент должны принять общий план действий для реализации пунктов договора. На сегодня Киев выполнил только 10 из 86 своих обязательств. А завтра в Украину приедет президент Польши. У него запланирована встреча с Петром Порошенко в Харькове. Планируют обсудить сотрудничество в сфере обороны. Анджей Дуда намерен также посетить могилы поляков, которых расстреляли в 40-м году в подвалах НКВД. К слову, в октябре в Харьков уже приезжала польская делегация во главе со спикером польского сейма, а в ноябре представители польских воеводств делились опытом привлечения инвестиций с руководителями объединенных громад Харьковской области. Ми в Харківській області приділяємо велику увагу міжнародному співробітництву. Кожного року організовуємо економічний форум, який відвідують велика кількість послів. Цьогоріч вже приймали президента Литви Далю Грибоускайте. Наразі очікуємо візит двох президентів – Петра Олексійовича та Анджея Дуди. Вся інфраструктура готова, готові до візиту. Сподіваюся, що це ще один крок до довіри до Сходу України і до України в цілому. 40 миллиардов евро готова заплатить за Брекзит Великобритания. По крайней мере, такую сумму во время дебатов в парламенте назвала премьер Тереза Мэй. Напомню, именно размер компенсации стал камнем преткновения в переговорах Лондона с Брюсселем. Некоторые финансовые эксперты оценивали Брекзит в 55 миллиардов евро. Москва разрешила своим спортсменам выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом. За такое решение единогласно проголосовал Олимпийский комитет России. Напомню, 5 декабря МОК отстранил российскую сборную от зимней Олимпиады в Южной Корее из-за допинг-скандала. Выступать на играх под нейтральным флагом смогут отдельные спортсмены, которых будет утверждать Международный Олимпийский комитет. Где во Франции запретят мобильные, почему американцам не хватает елок и чем уругвайские деликатесы отличаются от африканских? Об этом не только в нашем обзоре. Телефоном нет. В следующем учебном году французским школьникам запретят брать с собой мобильные. На уроках ими уже нельзя пользоваться. Теперь хотят отвлечь учеников от смартфонов и на переменах. Так в правительстве надеются вернуть детей на спортивные площадки. Охота за елками. Американцы спешат купить живое рождественское дерево, ведь на всех может не хватить. Когда в 2008-м грянул кризис, многие фермы по выращиванию елок закрылись. А чтобы дерево выросло, нужно 8 лет. Поэтому сейчас и оказалось, что зеленых красавиц маловато. Средняя цена кусается. $80 – это вдвое дороже, чем до кризиса. Уступать место в транспорте женщинам в положении, учат в Японии. Для этого запустили мобильное приложение. Раньше беременные носили на одежде специальные значки. Теперь же им достаточно указать свою геолокацию. И пассажиры метро или автобуса получат сообщение с просьбой уступить место. В Японии низкая рождаемость, поэтому страна заботится о будущих мамах.
Праздник живота. Уругвайские кулинары нажарили 10 тонн мяса и уже во второй раз попали в Книгу рекордов Гиннесса. Чтобы приготовить самое большое в мире барбекю, 200 человек трудились почти сутки. Их цель – насолить аргентинцам, ведь те побили предыдущий уругвайский рекорд в 2011-м. Обе страны – мировые лидеры по производству мяса. А вот в Центральноафриканской республике кушанье поскромнее. Любимый деликатес здесь – саранча. На местных рынках такого продукта полно. Главное, он дешевле обычного мяса и готовить легко. Отрезать крылья и лапки, хорошенько промыть, жарить 5 минут и можно подавать. Но медики предупреждают, в такой пище могут оставаться следы средств от насекомых. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра.